Дело в том, что наша Государственная Дума в течение 20 лет принимала очень много законов, которые принимались, с одной стороны, исходя из коррупционной составляющей, когда представители финансово-промышленных групп буквально бегали с конвертами по коридорам власти и заставляли их принимать те или иные решения. Вредные абсолютно для нашей страны. И второе, политическая составляющая, когда определенные там либералы у нас в правительстве сидевшие, просто по звонку значит, принимали решения. Им, например, из Вашингтона откуда-то какие-то советники приезжие что-то советовали делать, те, соответственно, здесь продавливали законы через наши партии. И это было тоже вредно для нашей страны. Естественно, что нет больше возможности терпеть большое количество законов, законодательных акций, поправок каких-то, которые тем или иным способом вредят нашей стране. Если их все просмотреть и значит, вот найти абсолютно вредоносные явные вещи и вычистить все это, то наша жизнь просто улучшится. Это хорошая акция.